Вынікі работы за минулый год сегодня подводили у прокуратуры Гомельской области. Коллегия прошла под старшинством керавника регионального ведомства Виктора Морозова. Удел у размове так само принял наместник генерального прокурора Республики Беларусь Алексей Стук. Продуктивно, не глядячи на напруженность, такую оценку работе ведомства за минулый год дал прокурор Гомельской области. Мы работали с очень высокой нагрузкой. Прокурорами рассмотрено 7 тысяч обращений граждан. Больше 23% из них удовлетворены. Мы поддержали обвинения по 6 тысячам уголовных дел. И это всего лишь на 200 сотрудников оперативного состава. А кроме того, на належном узровне велась наглядная деятельность органов прокуратуры и профилактика правопорушений. Увогуле ситуация в регионе наступная. Колькость зарегистрованных злочинств в сравнении с 2018 годом узросла на 17%. Это связывают с тем, что частей узбуджались справы по фактах хулиганства и притягнением до криминальной отказности без належной доказной базы. На территории в области в минулом годе зарегистровано меньше забойств и крадежов. Тем часом за лишняя доверливость наших громадян дала волю злочинцам у сферы высоких технологий. Подманным шляхом махляры списывают гроши с банковских карток и рахунков мобильных телефонов. В области зарегистровано 1700 подобных злочинств.